о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В республике указом главы республики действует режим повышенной готовности. На 11 декабря 2020 года на территории республики зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. Необходимо обратить внимание на то, что в столице республики зарегистрировано меньше 100 случаев, 97 случаев. И это говорит прежде всего и о том, что определенного рода стабилизация, благодаря нашим с вами действиям, она, значит, в общем-то, приводит наши с вами действия и все, значит, поведение в том числе приводит к тому, что ситуация в том числе стабилизируется и в столице республики, в городе Якутске. Однако необходимо обратить внимание на две тенденции, которые появляются сегодня. Это выявление случаев в наших ближайших районах. И, к сожалению, таким районом оказывается район, в котором было всегда достаточно спокойно и стабильно. Это горный район. Сегодня там фиксируется около 10 случаев новой коронавирусной инфекции. Также вторая тенденция, которая для нас сегодня также представляет объект особого внимания, это увеличение количества случаев в северных улусах республики. На настоящий момент, анализируя ситуацию, органами государственной власти, органами местного самоуправления принимаются прежде всего решения, исходя из общей ситуации по республике, а также исходя из возникающих проблем в той или иной в том или ином районе или улусе республики, или исходя из проблем, которые возникают в той или иной группе, значит, группе скомпонования людей, которые могут, в том числе представляя при этой группе, ну, источники такого вот повышенного возможного заражения. Поэтому сегодня особое внимание у нас также, так как происходят перевахтовки на контроле вахтовые рабочие и непосредственно там, где большие коллективы граждан. На настоящий момент за сутки лабораториями республики проведено 3591 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Также продолжается исследование по методу ИХА и ИФА.